золото Маккены. Специально для любителей квадратных отверстий. Продолжаю заниматься станочком самодельным, шлифовальным. Сегодня мы его доделаем, облагородим, сделаем его максимально функциональным. Сейчас займусь изготовлением корпуса для пылеотведения. Что получается? Великолепно. Теперь вырезаю еще одну такую штуку, только внутри отверстия. Теперь делаю небольшое, чтобы можно было его прикрепить к двигателю. Теперь возьму копировальную фрезу и все идеально повторю, чтобы две детали были одинаковые и симметричные. Делаем здесь дополнительную опору, чтобы двигатель опирался еще и на нее. И сейчас я точно замерю вот эту вот часть по ширине, чтобы диск немного выступал миллиметра на 2, на 3. Для того, чтобы, если нужно будет шлифовать заготовку, выводить, она не цеплялась за корпус. Вырежу тонкую полоску 4-миллиметровой фанеры и приклею на клей. Закреплю саморезиками. Ну что, посмотрим, что предварительно получается. Я тут повыставлял уже все зазорчики. Смотрю, как примерно все будет. Здесь усилил все перемычками и выставил, чтобы вот эти вот два диска были строго параллельно друг другу. Чтобы здесь везде зазорчики одинаково диск выступал. По-моему, получается очень и очень неплохо. Сейчас мне нужно будет обклеить вот здесь вот тонкой фанерой 4-миллиметровой. Гнется она очень хорошо. Буду клеить на ПВА и также прихвачу шурупчиками, чтобы все было надежно. Потом также их зашпаклюю. И мы все это дело потом облагородим с вами. И еще нужно мне будет сейчас приделать сюда столик. Вот предварительно я такие шаблончики уже вырезал. Посмотрю, как с ними получается. Если все будет нормально, то из более толстой фанеры вырежу и уже окончательно все смонтирую. Вот так все это дело выглядит. Внутри аккуратненько двигатель крепится на 4 болтах к передней стенке и также будет крепиться на 4 болтах. Еще я выставляю на подложках по высоте, чтобы диск был строго перпендикулярно корпусу. Вот. И также будет 4 болта крепления. Все, крепим. Для облегчения задачи сначала предварительно закреплю его, посмотрю, как идет. Потом можно будет снять, намазать клеем и быстренько прихватить. Ну и теперь дело за малым. Открутить, намазать клеем и прикрутить все обратно. Почти все готово. Просверлил 2 точных соосных отверстия. Точнее всего получается фрезером. Вот здесь фреза 15 мм. Сразу 2 детали, чтобы было все соосно. И сейчас будет немного токарочки из латуньки. Выточу по-быстрому крепление. Так, золотишко надо подсобрать. Пригодится золото Маккены.
А основная фиксация будет в этом месте. Сейчас циркулярной пилой пропилю паз глубиной 15 мм. В нем будет идти 8-миллиметровая шпилька, чтобы можно было фиксировать столик, затягивать с одной стороны. Вырезал планочку точно в размер. Сейчас вклею ее на ПВА, и мы получим замечательное квадратное отверстие под шпильку 8 мм. Специально для любителей квадратных отверстий. Ну и как вам, господа, квадратное отверстие? По-моему, роскошь какая-то. Я люблю, когда вещи не только полезные, но и очень красивые. Поэтому нам с вами вот сюда, наверх, за этим красненьким шпоном. Имея такой шпон в мастерской, просто грех его не использовать. Решил переделать шлифовальный круг, оторвал старую наждачку, там стоял 180 номер, слишком мелкая. Взял 80-ю, думаю, ее будет хватать надолго. Сейчас приклеим и будем уже собирать станочек.
Есть! Вещи приносят нам особое удовольствие и попадают в ранг наших любимых, когда они не только красивые, но еще очень полезные и функциональные. Так что давайте проверим этого красавца в деле, на что он способен, подключим его и протестируем. Наконец-то, друзья, все готово к первому пуску. Подключил к пылесосу. Запускаем! Первый раз при вас делаю. Круто, круто! Очень доволен тем, что получилось. Замечательный станочек и довольно-таки мощный. Не было ни единого намека на остановку. Легко справляется с любой толщиной древесины, вы сами видели. Пылеудаление также работает отлично, на 4 с плюсом. Я думаю, нет ни одного станка, который на 100% убирает пыль. Что хочу переделать? Сразу скажу, наверное, сюда я шпон приклеил опрометчиво. Он уже начал царапаться и довольно-таки быстро, наверное, выйдет из строя. Сделаю сюда лист металла обязательно. И, наверное, из латуни, чтобы было все гармонично. Также очень круто получилась фиксация. С одной стороны, напомню, шпилька идет на всю длину. Легко все затягивается. Очень прочно держится. Хочу еще подумать над тем, чтобы усовершенствовать шлифовальный диск, сделать его также многофункциональным. Существуют, продаются основы на липучке, чтобы можно было легко снять один диск с зернистостью, поставить более мелкий для более тонкой шлифовки. Это я тоже хочу попробовать. Еще чего не хватает — шкалы деления градусов. Этим я тоже обязательно займусь и доделаю. Ну и надо будет обязательно выделить ему постоянное место обитания. В общем, на этой счастливой ноте у меня сегодня все. Поддержите видео лайком. Всем пока, друзья. До скорых встреч. Моя прелесть.